Итак, наша зарядочка. Вот она закрывается. Ну, я не скручивал. Пока еще стоит штатный светодиод. Светится. Что у нас тут внутри? Опа. Так. Переделанный блок питания. Тут провода. Что у нас тут спряталось? Что у нас тут спряталось такое? А это наша плата. Хва. Нормально она помещается туда, в этот кармашек. Даже с такими нетонкими проводами. Осталось, ну, вместо этого штатного светодиода подпаяться к светодиоду, который показывает зарядку. Ну, либо еще один установить светодиод, чтобы было видно и сеть, и зарядка. Так, ну что мы тут переделывали? Как видно, что часть спокойна, часть элементов не хватает, значит, мы их выпаяли. Как посмотрел в одном видео в интернете, чтобы отключить, ну, короче, систему управления по термодатчику, там операционный усилитель стоит, нужно было выпаять диоды D8, D61 и D9. И тогда мы их обесточили. Далее был выпаян стабилитрон, который стоял между плюсовым и минусовым контактом. Где он там стоял? О, там. Вот, и был заменен стабилитрон, естественно, ZD2, который задавал 32 вольта. Был заменен на стабилитрон, где ты там, вот, на стабилитрон на 18 вольт. Ну, чтобы был запас на 4S сделать. Вот. Что здесь? Здесь был выпаян на плюс предохранитель, чтобы освободить клемму. Ну, естественно, стабилитрон. Был опилен минус, ну, чтобы контакты минуса. И кинуты, соответственно, перемычки. Вот. Контакт Т. Это у нас терморезистор. Получается. Нет, термопредохранитель. Вот. Он нормально замкнутый, как говорили в видосе, который я смотрел. А при температуре он размыкается, разрывает цепь. Он соединен на минус. Вот. Так что контакт Т перемычкой на минус бахнули. Вот. И тогда загорается штатный светодиод. Так, шум из переделок, в принципе. Ну, для удобства крепления минусового провода здесь просверлили отверстие и запаялись. Так, плюсовой провод через штатное отверстие был пущен и припаян к клемме. Минусовой тоже, вот он. И на плате это выглядит вот так вот. Этот большой резистор со своего штатного места перепаяли в место, где стоял стабилитрон. Вот. Можно в это место, где был резистор, перепаять минусовой провод отсюда. Можно. Ну, в зависимости от толщины проводов используемых. Вот. Из переделок. Пока такие переделки. Сейчас будем разбираться со светоиндикацией. Здесь было выставлено 16,8. Ну, 16,9. Почему? Потому что наш уплаты БМС, наверное, КПД не 100%. Чуть-чуть больше дали. Итог около 1,5 ампера был выставлен. Вот. Ну, займемся дальше переделки. Ну, что у нас получилось? Выпаял я этот светодиодик мелкий, припаял к нему провода.
Сюда вместо красного поставил зеленый. Он штатный, он просто так как получается. Он работает, короче, как на ли... ну, индикатор просто сети. И все. То есть он штатно работает. Не моргает, ничего, просто горит. А за зарядку будет отвечать этот синенький. Яркий светодиод. Я выпаял, подпаялся. Еще решил добавить разъем внешний. Чтобы можно было не только родные аккумуляторы заряжать, но и что-нибудь такого плана. С разъемом на 4S. Вот. Сейчас все соберу до кучи. И посмотрим, как оно будет выглядеть в сборе. Ну что, собрали блок питания. Все скрутилось плотненько. Все как штатно выглядит. Здесь мы такой с термоклея световод сделали. Ну, видно, что в сети находится. Йоу, грабли. Если поставим ярко синий индикатор, фиолетовый, не фиолетовый, ярко-синий, говорит нам о том, что идет зарядка. Ну, в принципе, вот. Оп. Зеленый будет говорить, что зарядка закончилась. Ну, как-то так получилось. И здесь разъем.